Дима. Чего? Как себя чувствуешь? Да ничего, сносно. Я вот тебе купил. Это что, все мне, что ли? Ага, все, что было. Зачем так много-то? Я купил градусник. Нужно померить температуру. Если у тебя высокая температура, нужно выпить жаропонижающее. Не надо мне ничего, не надо. От высокой температуры может быть денатурация белка. Мне на химии рассказывали, и тогда хана. Прекрати трясти-то. Хорош, давай, у меня уж денатурация началась. Надо держать 9 минут. Там так написано. Хорошенько поставь, что правильно показала. 9 минут. Все. Если высокая температура, сразу жаропонижающая. С денатурацией шутить нельзя. Сейчас. Ты, конечно, Юр, ненормальный. Вот. Что? Держи. Чего? Одевай. Это носки бабушки. Ух ты. Бабушка вязала. Вот за это спасибо. Возьму. Выпей-ка я чайку. Ой. Вообще, конечно, в театре масса разных смешных случаев бывает. Это что-то невероятное. Спасибо. Рассказать кому-то не поверит. Что-то Дина опаздывает. Дмитрия тоже нет? Видимо, проспал. Да, опаздывают оба. Та-та. Интересно. Та-та. Что та-та? Ну, Саль, ну сколько можно? Ты жутко много сыпешь сахара в чай. Как можно вообще-то пить? Да. Ну, я просто удивляюсь. Ты уже 50 лет удивляешься. Доброе утро. Ой, доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Приятного аппетита. Что-то Дмитрия нет. Вы не знаете, куда он запропастился? Думаю, не выдержал здешней кухни. Кстати, как вам замок-то? Очаровательно. Какая архитектура, какая мощная, величественная. Да, там очень красиво. Места умели выбрать, какие поразительные. Вы знаете, я обратил внимание, когда строили замки. Что ты делаешь? Ты второе печенье уже берешь. Ну, еще с маслом. Что-что, ты же просил тебя останавливать. Если я взяла второе печенье, дальше я придумаю. Друзья мои, все, я больше уже не могу. Все, АМ объелся. Все, спасибо, Таточка. Тата. Приятного аппетита. Спасибо. До обеда. Не прощаемся. Боюсь, Дима наш разболелся. Вчера к концу дня совсем расклеился. Думаю, у него и температура была. Серьезно? Вчера я дотронулся до его лба, чуть руку не обжег. Чаю хочется. Чаю? Угу. Чай принесите, пожалуйста. Один. Спасибо. Кальций, гидрокарбонат, магний. Холостякию, привет. Петро! Всех привет. Зараз я вам здоров. Выздоровление привез. Витайте, то моя Наталочка, давай. Можно? Наталка! Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете, голубчик? Да ничего. Юрку, чем ты ликуешь? Ну вот. Да это нормально, отравить мне хочет. Боже, это вся химия, выкинь то. Та чего? Хіба ж тим лікуються? Що це ти купив? Вот, малина і мед. Це єдине лікарство, яке вам можна. А ну, дістань. Дістань. Що ти купив? Ну, дістань пляшечку. Боже мій. Наталка. Ви, звісно, ізвините. Ну, давай, давай. Ну, що тут такого? Найефективніший засіб. Де 60 грам наливаєш? 60, ага. Вчись, щасник. А оце дивись, цитринка, ти її всю не їш, а тільки з зубами робиш дірочку, а потім будеш смоктати сік. І потім. Заразом чи що? Я тобі покажу, ти тут треба буде домашню ти мою пробував, добре, правда? Добре. Боже мій. От тихенько, дивись, щоб воно отут змащувало всю тобі грудну клітку. Як найдовше тримай.
щоб попектися. Угу. Но з лікарством це не сочетається, Діма. І цитринку кусай. Слухай, таке помічне. Зразу дихання пробиває. Все, ні, все. Ага. Тобі помогло все. Помогло, давай. Юрко, роби краще Дімі чаї. Я до тебе зайду пішли, пізніше. Батько, пішли. Все. Щасливо. Щасливо вам. Спасибо большое. Извините нас, пожалуйста. Я потім зайду. Всего доброго. Лови цитринку. Лови. Выздоравливайте. Потім. Щасливо. Все. Будь здоров. Спасибо большое. Дима. Если спит, не будите. Дим, не хотелось вас будить. Юр, дай стул, а? Юр. Ага, да. Вы лежите, лежите. Я ненадолго. Я лекарство принесла. Садитесь. Спасибо. Откуда вы узнали? Так мы же живем в деревне с вами. Ну, чем лечитесь? Да вот Юра принес очень много всяких лекарств. Так. Ограбил, по-моему, аптеку. Понятно. Забрал все, что было. И все не то. А это что у вас? Дим, скажите честно, вы пьяница? Да. Температура у вас какая? Небольшая, 37 с хвостиком. Позвольте. Очень небольшой такой хвостик. Совсем маленький хвостик. Вы несерьезно к себе относитесь. А что за таблетки? Доверьтесь мне, очень хорошее лекарство. Вы, наверное, отравить меня хотите? Да. Да? Ну, конечно, пришла вас убить. Пейте. Ну вот и хорошо. Ну что, мне пора, потому что у меня процедура. У меня массаж, у нас опаздывать нельзя. Да вы что, у вас массаж? Да. Еще водную процедуру, я же в санатории все-таки. Я сейчас с удовольствием бы принял горячую ванну. Вам нельзя, больной. Вам нужен холодный душ. Ты что же вы садистка-то такая, а? Почему садистка? В Америке так лечат холодным душем. Ну все, выздоравливай. Спасибо. Юр! Что? Ну, что ты чаю-то не сделал, а? Так кипит. 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 Ложись давай. Кипит. Здравствуйте. Здравствуйте. Саш, придете? Нет, сегодня хочу поплавать. Отдай кому-нибудь мое время. Yeah.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, массажный кабинет где у вас? Прямо по коридору, в конец и налево. А, спасибо. Пожалуйста. Здрасте. Здравствуйте, проходите. У вас есть направление или талон? Нет. Массаж? Да. Там кто? Там женщина готовится к массажу. Я понял, понял. Спасибо вам. Спасибо за то, что вылечили меня так быстро. За то, что случайно перешли на «ты». Я даже стихи вспомнил. Пустое «вы» сердечным «ты» она обмолвясь заменила. И все безумные мечты в душе влюбленной возбудила. Почему вы молчите? Я вас слушаю. Ведь это же Пушкин. Пушкин, Пушкин. Извините, извините. Извините. Ну куда же вы? Аня, это отдыхающий? Нет. Ой, какой хорошенький. Дина. Дима? А почему вы здесь? Почему не в постели? Дина, я выздоровел. Что за ерунда? Час назад была температура 38. Да и богу выздоровел. Выздоровел, правду говорю. Вот вас встретил, выздоровел. Чудо такое произошло. Дин, а может пообедаем где-нибудь? Где? В столовой? Нет, в столовой ни за что. Предлагаю пойти куда-нибудь в ресторан. Правда, не знаю куда. Ну, давайте пойдем куда-нибудь. Извините. Алло. Я приболел просто. Да нет, заболел, заболел просто. Да, лечусь. Да нормально все, я говорю. Да пил, пил. И я тебя. Пока. Извините. Вы знаете, я думаю, что я буду обедать в столовой. Почему? А вам надо отлежаться, вы после болезни. А ужин? Ужинать тоже буду в столовой. Ваша лилия завяла. Вот это все то, что я подчеркнула, переделы. Это я просила в трех экземплярах. А это какой дизайн, господи. Алло, алло, алло. Да-да-да-да-да, уже беру. Уже разговариваю. Алло. Оль, ну наконец-то, как там у вас? Привет, привет. У нас все хорошо. Клиент уже созрел. Завтра беру залог. Как ты? Что-то голос мне не очень твой нравится. Слушай, этому Климу какая-то женщина звонит. Может, жена? Подожди. Хочешь, я тебе о нем все узнаю? Мне это никакого труда не составит. Да ты что, обалдел? Еще не хватало, чтобы мы с тобой шпионили. Ну почему шпионить сразу? Просто узнаю тебе, женат он, не женат? Да не надо, ерунда все, это не хочу. Просто показалось. А что тебе показалось? Неважно. Слушай, я думаю, что я дня через два уже все закончу. А Кирилл тебе звонит? Нет, перестал. И больше звонить не будет. Ты уверена? Да, уверена. Ну, а если опять позвонит, возьмешь трубку? Слушай, не знаю, не знаю, я здесь совершенно запуталась. Запуталась? Ладно, слушай, о главном. Значит, тут есть один объект, тоже на Никольной горе, уже давно они его продают.
С предыдущим агентством срок договора уже вышел. Агентство этого твоего Димы тоже на него зуб точит. Ну что, мы перехватываем или уступаем? Конечно, перехватываем. Молодец, перехватываем. Ну, давай, до связи. Здорово, Юр. А? Чего делаешь? О! Обувь ищу. Куда собрался-то? На дискотеку. С Оксанкой? Ну да. Она сказала, что там будет. Два раза. Че, два раза? Ну, два раза сказала. Ага. Я сейчас с ума сойду, я не знаю, что мне одеть. О морях и не мечтаю. Перекур. Я уже... Ну как? Комсомольского значка не хватает. Так, все. Я никуда не иду. Я не иду никуда. А чего так нервничаешь, Юр? С чего ты взял? Ну так, показалось. Все, я никуда не иду. Почему? Ну, во-первых, я не умею танцевать. А во-вторых, там будет Илья. А это кто? Надо кто. Есть там один. За Оксаной ухлёстывает. Ну и что? Ну и то. Она его выберет. Собирайся, я с тобой пойду. Выберет. Раскис, как квашня. Выберет, не выберет. Ромашку тут устроил. Ну, нормально. Нормально, нормально. Дима, ты в красном будешь? А что такое? Да нет, нормально. Ну что? Ярче будем. Ха, ну да. И еще. Покажи какие-нибудь движения. Как вы в Москве танцуете? Ну, примерно так. Ага. Но главное, не танец, Юр. Не контакт. Контакт. Контакт? Да. Пойдем. Пойдем. Контакт. Диночка, здравствуйте. Здравствуйте, Верочка. Присаживайтесь, конечно. А Ваня где? Ваня на процедурах, а я его жду. Вера, пока нет Вани, хочу вам признаться. Вы очень красивая пара. Да вы что? Да, за вами приятно наблюдать. Спасибо. Вы когда-нибудь расстаетесь? Расстаемся. Иногда. Ну, все время быть вместе тоже ненормально. Нескончаемый медовый месяц. Это плохо? Нет, что вы. Это большая редкость. А вы случайно не знаете, как там наш Дима? Хорошо. Я только что его видела. Так он придет обедать сегодня? Не знаю. Спасибо. Вы знаете, Диночка, он вас вчера очень ждал. Очень-очень. А можно вас кое о чем спросить? Вы не замужем? Нет, а что, заметно?
Ну нет, незаметно, просто... Просто нам с Ваней очень нравится Дима. По-моему, он чудный парень. Вера, вы меня сватаете? Нет. Просто иногда... Со стороны видней. Че уставился? Иди давай. Привет. Спокойно, они сами подойдут. Нет в Москве такого? Нет, в Москве точно нет. Потанцуем? Я не танцую. Пришла. Оксана, Оксана пришла. Где? Вон стоит. Кофточка, кофточка. Классно. Им тут. Ну, вон, Олег, вон, возле столба. Где? Вот эту рыжую столба, что ли? Не, а? Да ерунда, она тебе выглядит. Да? Да, конечно. Иди на танец ее пригласи. Иди, иди, иди. Да, зачем? Ты что? Да иди, она танцевать хочет, я тебе говорю. Иди там, иди танцуй. Ты идиот, что ли? Да, ты что, прекрати. Сейчас следующая песня, я иду. Приглашать будет. Иди быстрее. Иди, я тебе говорю, иди быстрее. Да не пойду, я сказал. Да что, ты маленький? Да перестань. Стой, чё ты? Привет, Оксана, потанцуем? Ты Любки? Я по поручению одного молодого человека, которого зовут Юрий. А чего он сам на меня запросил? Он такой несмелый. Да что ты? Он лев. Я думаю, что с ним у вас получится лучше. Давай, давай, давай. Идем потанцуем. Пидем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лили. Очень приятно. Я вас поздравляю. Прекрасное имя. С
Скажите, пожалуйста, а вы танцуете так же, как читаете стихи? Какие стихи? Ну, которые вы прочли мне в массажном кабинете. Так это вы были? Извините, я вас не узнал. Прекрасно выглядите. Давайте, может, потанцуем? Да вы знаете, вы, как видите, я не танцую. Не умею. А я вас научу. Да не стоит. Стоит, много же учителей пытались. Все бессмысленно. У меня получится, поверьте. Да не стоит. Может быть, тогда прогуляемся? Вы знаете, к сожалению, я еще и приболел, поэтому вечерний музыка будет для меня... Как странно, вы знаете, я днем не сказала бы, что вы такой Бука. Кто? Бука. Бука? Не передумали насчет танцев? Да нет, ну в другой раз. В другой раз обязательно станцую. Ты еще об этом пожалеешь. Надеюсь. Привет. А что, не танцуешь? Прости, ради бога. Да не хочу. А ты приехал сюда отдыхать? Развлекаться? Ну, я отдыхаю и развлекаюсь. Так, Аша, вы к нам не зашли. Мы вас ждали, ждали, а? Давайте. А что сердце кусает? Свежее привезли. Не заходите, я вам кофе сварю, да? А потім ми поїдемо до Львова. Оберемо саме найкрасивішу весільну сукню і костюм. Потім подарую їй обручку. Потім ми вернемося і підемо до церкви. І до ЗАГСу. Але до церкви обов'язково. Бо це наше життя, розумієш? Ну, вот, Дина Михайловна. Здесь у нас проходят танцы. Чудно. Конечно. Почти каждый вечер дискотека. Имею честь вас пригласить нет, на танец. Нет, я не танцую. Ну, я вас нет, 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 Степан Михайлович, а не танцую. А для хорошего настроения... Ну, хорошо. Давайте. Только ради вас. Благодарю вас. Если будете обучать. За этой клизмой из санатория побежал. Это который из Москвы, что ли? Ножками ходить не получается. Не знаю. Ой. Давайте, давайте, давайте я вам помогу. Не надо. Юморист вы. Добрый вечер. Мы с вами сегодня уже виделись в клубе. Тонко замечено. Диночка, простите меня, пожалуйста, можно с вами поговорить? На пару слов. Дим, давайте завтра поговорим. Почему? Ну, потому что мы со Степаном... А что у вас со Степаном? А? Извините, многоуважаемый Степан, отчество не помню. Какие у вас могут быть дела в этот поздний вечер? Может, пойдете лучше детей спать уложить? Дин, простите. Дим. Молодой человек, вы что себе позволяете? Я прошу вас. Охрану. Ну, зачем так серьезно реагировать? Я прошу. Пойдемте. Дим, пожалуйста, я прошу вас. Пойдемте. Можно я поговорю? А? Можно? А что, без охраны не можете? Дима. Дин, я вас прошу. Диночка, вы просто
в эпицентре скандала, что, честно говоря, меня искренне удивляет. Послушайте, Дима, давайте-ка идите домой, завтра поговорим. Дин, Дина! Вы кто вообще такой? Вы что здесь делаете? Проживаете здесь? Нет. Тогда до свидания. Что? Раз не проживаете здесь, все. До свидания. До свидания. Мне так зручно. Я же на каблуках. Обережно, тут крупова. Ага, добре, добре. Так вот, це буде найкраще весілля в світі. Наше їх втіло. Обережно. Наречена буде в білій сукні, а чоловік буде в білому костюмі. А чому в білому? А якому? Наречений має бути в чорному. Добре, я буду в чорному костюмі. От. А потім ми поїдемо у медовий місяць. Куди? Та куди вона захоче. Ми візьмемо з собою фотоапарат і будемо робити знімки. Потім ми ці картки покладемо в фотоальбом і будемо дивитись і любуватись, і показувати дітям, і згадувати, як нам було добре. Ось так. Обережно. Незручно тут. Дина! Дина! Тихо, тихо, тихо. Дим, что вы кричите? Уже поздно, все легли спать. Дина! Дин, мне нужно с вами поговорить. Пожалуйста. Дим, давайте... Я приняла душ, я хочу спать. Мне нужно вам объяснить кое-что. Слушайте, давайте завтра поговорим. Дин, я никуда не уйду. Дим, не кричите. Я никуда не уйду. Мне нужно вам кое-что объяснить. Что объяснить? Дим, да не кричи. Что, сложно спуститься? Послушайте. Нельзя ли потише? Извините. Меня разбудили, сейчас всех разбудите. Боже, взрослые люди. Возмутительно. Дим. Я сейчас выйду. Я вас жду. Какая неприятная особа эта Лиля. И ведь не спит же. Неприятно. Вот совсем. Тата, ложись спать. Да ложусь. Но я не засну. Понимаешь? Значит, как и неприятно. Ну, успокойся, погаси свет. Я погашу, уже гашу. Хорошо тебе. Я вот не засну. Боже, какие события. Положили всех соседей, всех разбудили. Присядьте со мной. Смотрите, как тихо, тихо, хорошо. Вы меня приревновали. Да что за фантазии? Ну, после того телефонного звонка. Я вас приревновал? Ну, конечно, приревновали. Я вас приревновал? Да? Почему я вас должна ревновать? Не, ну, не надо так нервничать. Если бы не приревновали, так не нервничали бы. Ну, было что-то. Ну, да, было, есть. Но в сущности это совершенно не важно. А вы думаете, мне это интересно? А мне это совершенно не интересно. Диночка, да я погибну без вас. Что? Ну, вот так жил человек, жил, и вдруг бах, вот так вот. Что делать? Дин, посмотрите.
Да вы посмотрите, небо какое. Какие здесь яркие звезды. Да. Здесь вообще все как-то по-другому. Заметила? А ведь мы могли не сесть в один поезд. Но мы могли бы познакомиться в Москве. О, Москва – огромный город. Вероятность встречи ничтожно мала. Воздух какой. Звезда упала. Видели? Видели? Успели загадать? Нет. Вы схитрите. В смысле? Ну, схитрите и ждите. Загадайте желание. Нет, хитрить нельзя, желание не сбудется. Дим, мне надо вам сказать, что… Что? Я хотела вас спросить, вы таблетку выпили еще раз? Нет. Почему? Видели, звезда упала еще одна? Нет, не видела. Здесь такие звезды большие. Как в мультиках. Неправдоподобные. Да, именно здесь. Здесь все вообще необыкновенное. Дим, не надо. Давайте я вас провожу. Вам пора. Правда, вам пора. Идемте. Ну что, танцор, как дела? Она меня поцеловала. Да ладно! Она такая красивая. Красивая. Такая добрая. Добрая. Веселая. Веселая. Такая светлая. Светлая. Такая она. Она такая чистая. 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 Да. Ну, вроде все. Как все? Да она графиня. Графиня, не знаю, баронесса. А? Да княгиня, царица. Царица. Кто? Кто-кто? Как кто? Ну, кто? Дина. Дина? Ну? Я тебе про Оксану говорю. Ну, я-то про Дину. А так я имел в виду Оксану. Ну, молодец. Оксана. Оксана!